Ярисе, он чем супер ганцховый лес, хасуб зептан, он свистанишнави монастырь глаз. Мерейси, я чем дали хеши. Ну, мы усотвали, дали им делу усотвали, что так это их хеви, а хетре. Бунеба, свистанишнави. А реки, да, дали им мухалисари. Ама ведрос, климаты нормальные. Арис зачем перебас тисе зонас? Но я говорю, если руткат дасасуне блат, талиан удруат гилит, нари супта накал динаре бин динаре супта, арус скале бигамогдис, он титмис он асметрашит арус скале бигамогдис, да, ну мы чем язык талиан немжидуле колас, усмисат сарнахия, коля гаутсебули ушамодис, гаутсебули ам пунебит. Грузия, я второй раз. Первый раз я был давно, лет 20-30 тому назад, в Тбилиси. Меня поразило гостеприимство, в первую очередь, как поражает и сейчас. Вот. А в Боржоми я первый раз. Меня поразило тоже отношение людей, что они готовы на контакт, что они готовы рассказать, что они дружелюбны, что они, извините меня, не такие, как нам показывали. Поэтому я рад, что мы посетили эти места. Я рад, что сын привез, собрал всю семью и привез сюда, в Грузию, поэтому я думаю, что это, наверное, не последний раз будет. Вот. А то, что у кого-то что-то плохо, ну, семья не без уродов. Поэтому не будем говорить о плохом, давайте поговорим о хорошем. Я еще раз повторяю, я рад, что познакомился с Грузией, познакомился с ее людьми, познакомился с историей, поэтому я желаю этому народу счастья, процветания и, конечно, здоровья.